от Central Loop недалеко. Там мы будем в безопасности. Они здесь! Привести его. Эй, Дэн, вернись на землю. Ты был где-то далеко-далеко. Ты видишь кошмары о том, что он с нами делал? Постоянно. Вот почему я хочу убить этого урода. Вальц в моем списке под третьим номером. А что с другими детьми из больницы? Когда-нибудь об этом напишут книгу. И лучше не читать ее перед сном. Большинство исчезло, но я наткнулась на одного парня. Он даже спит с ножом в руке.
В морозильной камере, где он теперь прячется. И никогда оттуда не выходит. Мы не устраивали групповую терапию, если ты об этом. Так Вальц ставил на тебе опыты. Когда? Долго? Когда? Это словно в тумане. Но мне удалось сбежать через несколько недель. Я тебя не помню. Приму за комплимент. У тех, кто помнит, обычно не лучшие воспоминания. Многие предпочитают забыть меня, если выживают. Ты сбежала? Вроде того. У тебя есть список, правда? А что, похоже, что я шучу? В городе полно мусора, а я та, кто сделает его столицей чистоты. Кто в списке? Кроме Вальца, Мясник, Хакон и... Знаешь что? Это длинный список. Еще несколько пешек, которые заслуживают стрелу в лоб. Кто дал тебе такие полномочия? Ты издеваешься? Самый высокий суд на Земле. Я сама себя ими наделила, ваша честь. А ты? Что ты делал с этим гадом Хаконом? Знаю, в это верится с трудом, но он спас мне жизнь. Попав в город, я заразился. Биомаркера нет. Базарцы меня чуть не повесили. Конечно, и я бы так поступила. Он вытащил меня, дал биомаркер, а потом наебал меня. Он всем врет, всем. Когда-то я тоже ему верила. Правда? Расскажи мне. Может быть, в другой раз. Но моя история похожа на твою. Он меня обманул, и погибли люди. Лучше забудь о нем. Или сделай, как я. Когда увидишь его в следующий раз, убедись, что твое оружие под рукой. Ладно, хватит болтать. Пошли. Властный. Мне нравится. Нам пора. Да. Иду. Ого. Я думала, это все. Похоже, Вальц проводил эти эксперименты тайно. Ёбаный псих. И никто в ВГМ не заметил? Заметили в итоге. Я слышала, что его выгнали. Жаль, слишком поздно. А Хакон? Почему он в списке? Это из-за Лукаса? Нет. Хотя мне симпатичны миротворцы, но нет, мне насрать на Лукаса. Скажи. Это, мой дорогой, долгая история. Скажу, что все в этом списке заслуживают пуль в голову, а Хакон заслуживает что похуже. Твою мать! Она всегда была открыта! Мы заперты. Охеренно! Это же объект ВГМ, да? Ничего себе! Сработало! Где ты это взял? Ты знаешь Дилана? Откуда знаешь Дилана? Знаю, это громко сказано. Он хотел сбежать из города. И от Вальца. Он был напуган чем-то или кем-то. Что он мог найти? Не знаю. Он знал, что я была связана с Фрэнком, но затем Дилан просто пропал. Дилан отдал мне это перед смертью. Его убил Вальц. Вот блядство! Значит, в конце концов, он его поймал. Еще Дилан велел найти кого-то по имени Луан. Знаешь, кто это? Может, нам суждено было встретиться. Вселенная не просто так свела нас. Что? Луан, это я. Дилан хотел связаться с Фрэнком. Он сказал, что командир Лукас кое-что нашел. То, что так давно искал Вальц. Он хотел сбежать из города, чтобы это не досталось Вальцу. Ключ ВГМ? Он у меня.
Наверное. Лукас погиб из-за этой штуки. И Дилан тоже. Смотри, не стань следующим. Это ценная вещь. А для Вальца бесценная. Так что не теряй его. Берегись! Что происходит? Невероятно. Должно быть, Вальц включил генераторы. Вальц? Зачем? Понятия не имею. Кто знает, что у него в башке. Давай. Живо, дамы, пока снова не выключились. Поезд задерживается. Администрация метро приносит извинения за неудобства. Будьте осторожны при выходе из вагона. Спасибо за внимание. Пожалуйста, блядь! Быстрее, Эйден! Похоже, дорога в Central Loop открыта. Мы идем или как? Я видом любуюсь. Смешно. Блять. Черт, смотри! Тут тоже свет! Гляньте! Свет! Это охуенно! А, давай на крышу! Сверху посмотрим! Дуй наверх! На небеса! Thank you.
видеть это с крыши. Эй, где ты? Черт, я ошиблась. Ни хера не видно. Я правда думала, что получится. Нас наебали. Ладно. Здесь хоть тихо. Да. Вот и прихожу сюда, когда я в ярости. То есть часто. Парень. Смотри. Эйден, снова загорелись. Они, блядь, снова горят. Видишь, Эйден? Ты видишь? Как красиво. А, глазам не верю. Нет, просто не могу поверить. Вижу, Даниор. Я наверху. Это того стоит. Как-то 15 лет темно, а тут раз и такое. Да не знаю я. Но мы должны узнать. Тогда заходи в закусочную и поговорим. Ужасно соскучился по тебе. Надираясь пивом и трахая официанток? Ты меня знаешь. Я такой. Встретимся, дуралей. Что-то не так. О, нет. Нет. Нет! Твою мать! Что, блин, происходит? Это рыбий глаз? Как туда попасть? Рыбий глаз подождет. Подождет? Почему? Нам нужно проверить подстанцию. Одна рядом с башней МТ. А как же рыбий глаз? Послушай, я хочу помочь тебе. И я помогу. Но ты должен понять, это впервые. Уже более 10 лет ничего не менялось. 10 лет, ёбаный! Мы должны все проверить. Как попасть на подстанцию? Это старый параплан. Он поможет тебе попасть туда, куда не забраться. Просто давай за мной. Что? Луан, стой! А, блять! Ugh!
Да, неплохо. Для новичка. Легче, чем кажется. До сих пор не могу поверить. Вальц каким-то образом включил свет. Но зачем ему это делать? Он никогда никому не помогал. Зачем ему снова давать людям свет? Ты уверен, что это был он? Он использовал ключ ВГМ на автозаводе. Тогда свет вернулся. Логично. В прошлом военные заняли завод ради элементов питания на холмах. Но я понятия не имела, что их еще можно использовать. И запитать половину города. Береги этот ключ, Эйден. Черт знает, на что он еще способен. Нам пора на подстанцию. Это была гонка? Вся жизнь гонка, Эйден. Неплохо. Но тебе нужно потренироваться, чтобы обогнать меня. А это была гонка? Это была гонка? Вся жизнь гонка, Эйден. Еще не все. Гораздо лучше, Эйден. Управляй ветром. Или он будет управлять тобой. Хорошо, отсюда уже не так далеко до подстанции. Иди и запусти ее. В одиночку? Ты большой мальчик, разберешься. Есть еще одна у метро. Я туда. Если мы заставим работать хотя бы одну, то сможем включить их все. Но как это сделать? Это не космическая техника, Эйден. Это старые приборы. Нам нужно проверить предохранители и кабели. Этот параплан, можно его как-то улучшить? Возможно, но это лучше спросить у мастера.
любимыми игрушками ночных бегунов. Ты ночной бегун? Я ночной бегун? Если бы. Они были невероятные, Эйден. Настоящие герои. Все, что у нас общего, любовь к стимуляторам. Но, может быть, когда-нибудь. Эй, ты не видел где-то тут ренегатов? Нет. Видишь, рядовой, успокойся и дай Аглоту подумать. О чем тут думать? Почему бы не вернуться на базу? А ты кто вообще такой? Тот, кто может помочь. Пытаюсь понять, что с электричеством. Что-нибудь знаете? Это секретная военная информация. Мы пытаемся понять, как попасть наверх. Давай, расскажи ему все, чего уж. Подробно. Это что, тайна? А? Мы должны заставить эту херню заработать. Вот и все. Мой коллега сильно упрощает, но суть верна. Судя по всему, электричество вернулось, а это, похоже, подстанция. Благодаря им можно всему городу вернуть электричество. Нам дали приказ вернуть подстанцию в эксплуатацию. Короче, снова ее включить. Увы, без альпинистского снаряжения попасть к ней будет трудно. Миротворцам нужно электричество? Что будете с ним делать? Использовать? Сам как думаешь? Господин, похоже, интересуется, что будет, если электроэнергия окажется в руках миротворцев. Ответ относительно прост. Кто владеет энергией, тот владеет городом. Понял. Мне не нужно снаряжение, чтобы туда забраться. Я заберу себе снаряжение. Хочешь помочь? Ты окажешь миротворцам огромную услугу. Эй! Мелкокуйцы! Электричество! Выгонит всю мать! Останется только спалить ее! Что он там сказал? Вроде что-то там про свою мать и козла. Тупые миротворцы! Мы заберем ваше электричество. Спасибо вам большое. Кончай их. У меня в ушах свинит. Уже иду. Чего я пырился на ерунду? Надеюсь, Джек Мэтт разберется с погаными ренегатами. Не хотелось бы, чтобы от меня осталось лишь имя на мемориале. Друг, а ты кто? Где научился так драться? Я Эйден. Эй, парни, знаете шутку? Что сказала пуля челу, в которого попала? Просто мимо пролетаю. Ага. Ты отрубил ему конечности мачете, не тав. Технически мачете — холодное оружие, а пули нужны... Я рад, что ты цел. Еще хочешь забраться туда, Эйден? Конечно, не за даром. Мы щедро платим специалистам. Почему бы и нет? Если понадобится помощь, используй рацию. Аглот шарит в электронике.
Но отсюда я не смогу оценить уровень повреждения аппаратуры. Наглот, настоящий док в электронике. Я внутри. И что там? Кто-то очень спешил, когда отключал ее. Полагаю, что разомкнута главная цепь. Найди кабель и подключи источник питания к передатчику. Это восстановит цепь. Прием. Я на подстанции. Подключаю кабель к передатчику. Все оказалось не так-то просто. Уверен, что справишься. Встретил миротворцев. Они не могли добраться до подстанции. Так вот, почему ты молчал. Ты бы их видела. Они такие милашки. Ты знаешь, что это может дорого обойтись, да? Миротворцы, они ничего, но не из тех, кто помогает людям по доброте душевной. Без них я бы не справился. Кроме того, они внизу, а я наверху. Трудный выбор, да? Я имею в виду, да пошли они нахер. У них есть свои люди. А что насчет народа? Кто-то должен быть на их стороне. Кто, если не такие, как мы? И я подумаю. Только не слишком долго, Слоупок. Что? Я уже закончила, а ты все еще возишься. Снова соревнуешься?
Подключил. Что дальше? Включи блок управления. Он в диспетчерской. Уже иду. Твоя помощь — вклад в повышение безопасности города. Я говорю это, чтобы ты понял, что тебя ценят. И понял, насколько это важно. Ладно. Спасибо. Наверное. Нарушен контейнер с ингибиторами.
бы подумал. А что такого-то? Просто дразню тебя. Встретимся в закусочной. Это может стать началом чего-то прекрасного. Когда они так нужны.